Всем привет! Сумки в Англию собраны, документы готовы, виза тоже, но, к сожалению, не можем улететь в Англию. Аэропорт закрыт с 25 по 4 марта. Вылет в Лондон должен был состояться 26 февраля, но на некоторое время перенесен в связи с тем, что происходит в мире, на Украине, с Россией и наоборот. Есть запасной вариант, Румыния, аэропорт Ясы, но пока нам ничего не говорят. Точнее сказали, да, с офиса рассматриваются все вопросы для того, чтобы мы поехали в Англию работать. Аэропорт будет закрыт только до 4 марта. Сами понимаете, чем мы тут дольше дома сидим, тем больше мы теряем. Еще плюс самоизоляция, примерно 10 дней будет. Вместо того, чтобы поработать, к примеру, 5,5 месяцев, будем 5, а то, может быть, и меньше месяцев. Мы все переживаем за происходящее и пытаемся как-то не то что повлиять, а напомнить, что мы есть, потому что немалые средства были вложены на визу, на медосмотр и прочие мелочи. 28 февраля должны состояться переговоры между Россией и Украиной, и мы надеемся на положительный результат, и будет мир во всем мире. Иду я в Англию работать на ферму Rambut Green Farm, на одну из самых больших ферм в Англии. Сюда еще входит примерно 8 или 9 ферм. На Rambut Green Farm один из самых больших пакхаусов. Все ягоды, фрукты везут именно на этот пакхаус. И там довольно много работы. Ребята, с собой на первое время возьмите деньги, 100-150 фунтов, они вам очень пригодятся. Так как будете находиться на обсервации где-то 10 дней, кто еще не взял с собой из еды что-то, то они вам очень-очень сильно пригодятся. Еще они вам понадобятся некоторые средства, чтобы добраться с аэропорта до фермы. На автобус, за автобус придется платить от 30 до 40, может 50 фунтов, не знаю точно сколько. На некоторых фермах не берут, но лучше иметь с собой запас средств. Возьмите с собой деньги, так как они вам во время обсервации пригодятся. Если вы еще ничего не взяли из еды или по минималке взяли из еды, то они вам очень помогут. Если есть какие-то вопросы на тему Англия, работа, ферма, то милости просим. Постараюсь ответить на многие вопросы или хотя бы на некоторые интересующиеся вас вопрос. Вы в замешательстве, что брать с собой на работу в Англию из вещей, из первых необходимых товаров, то не стесняйтесь, задавайте вопросы. Выкладывать видео по мере поступления информации буду. Смотрите мои видео. Не забудьте подписаться, поставьте лайк. Ждите следующих новостей. Всем спасибо за внимание.